Ранен Салливан начал седьмой фрейм. Ему надо постараться, чтобы не проиграть. Но здесь опрометчивый какой-то удар. Дал атаку, и это может быть очень серьезно. Но Ронни будет атаковать каждым ударом. Но сейчас среднюю играет Картер и тоже не попадает. Три промаха подряд. Ну вот. Вот это уже интересно. Это уже серия пока мини-серия один к раз. Five. Самым серьезным действием Ронни пока не приступил. 11. Идет довольно долгая прелюдия такая серьезной серии. Это хороший удар по красному. Второй снизу тоже. 23. Ну, Ронни сумел верхний виток. Вот теперь на нижней красный хороший. 38. И позиция эта стала просто победной. Полусотная серия ровне. Всего лишь вторая в фрейме. Может быть, и сейчас будет. Ну, что есть, то есть. Пока. 3-4. У Картера дефицит 9 очков. А, это я прикидывал, сколько им надо снукеров, если Ронни не забьет красный, но Ронни. Делает хороший удар по красному. 73. Убирает очки. Сиди очка на сотню. Очков хватает. 78. Очков хватает на сотню. Шаров хватает. Шары-то расположены. Ой-ой-ой, ну как Ронни подвел. Игре была. Ну что ж, заключительный фрейм, после которого идут на большой перерыв игроки до вечера. Хороший начальный удар, приходится Ронни играть сразу от бортов. Но удар выполнен очень четко.
Надо играть отбор тут теперь уже Али Картеру. Ну и он хороший удар проводит. Безопасный. Картер играл. И играет он действительно на этом турнире замечательно. Точный удар. Есть зеленый. Five. Расстановка шаров. Свободные шары. 7 минимум. Вот один сейчас ушел. Чередует. И 7 осталось. Если нет, может быть, какой-то болкиный шар будет играться. Но как Картер удержал на такой резкий биток? Ну, это идеальное сукно. Финалом поменяли сукно. 29. И техника, конечно, дать. Но вот есть running side. При этом ударе на красный после борта. Так, вообще брейк. У Дина Ялана по 147. У Картера 3. Если Картер сейчас сделает сенчури, то он, я уже говорил, станет рекордсменом. 44. Вот и у Картера полусотная серия. До этого 200 были. 52. Это тоже серия за 50. Ну, даже если Картер будет иметь перевес в две партии, не гарантирует. Конечно, это хорошо, и Картер заслуженно такой перевес может. Сыгран фрейм был? Нет. И что тогда имеет в виду Картер? Просто отыграться. Два снукера нужно Ронни О'Салливану. И он к столу не выходит. 5-3. But that kind of shot would have been tough. And that's the beauty of Ronnie gets delayed reaction. Comes from Q Power.